В Мытищах начал свою работу первый пункт приема вторсырья «Мегабак». Площадка рядом с городской больницей на улице Коминтерна 25 хорошо знакома мытищинцам. Сюда они уже привыкли привозить отслужившие покрышки. Теперь на вторичную переработку можно сдавать старую бытовую технику, мебель, одежду и прочие сухие бытовые коммунальные отходы. На территории 6 спецконтейнеров в ближайшее время появится волонтер, который будет помогать сортировать отходы в зависимости от категории. Ну а если сортировка трудностей не вызывает, сдать крупногабаритный мусор и отслужившую технику в мегабак можно круглосуточно, включая выходные. А на сайте megabak.rf можно подробно ознакомиться с перечнем отходов, которые подлежат переработке.